Друзья, всем привет! Канал Владелец Аквариума, и я Дима. Вот решил еще одно видео сделать для вас. Прошу прощения, конечно, за качество видео. Делаю это не вечером, вот, отсвечивает все. Вот, ну, как есть. Значит, что тут по аквариуму? Лучок растет. Вот, меня спрашивали, зачем я сюда его поместил, ну... Просто ради эксперимента. Плюс в салат потом пойдет этот лук. Видите, он корешки запустил. Я так думаю, может быть, он будет и какие-то там нитраты лишние выедать. Вот. Вот эта кора с мхом, я ее нашел в посадке. И хотел в полюдариум светильник поместить, но я его уже разобрал. Пока ждет своего часа. Вот. За луком у меня тут остатки от фикуса дуболистного. Пытаюсь его прорастить, но, скорее всего, ничего из этого не выйдет. Но если пустит корни, значит пустит. Вот. Что по аквариуму, по растениям? Значит, анубиасы. Я показывал, было видео, как анубиасы цветут. Они цветут снова. То есть, вот один старый лист, второй старый лист, прошу прощения, лист, цветок. И вот новое. Вот один новый цветочек, вот второй. Вот. То есть тут один куст цветет. Вот. Сделал небольшую перестановку, сейчас расскажу про нее. Наверное, сделаю я свет поярче сейчас. Так. Ручной режим поставим. Кстати, вот смотрите. Это я одну лампу включил сейчас. Авто. Сделаем. Просто увидите, насколько на 100%, когда свет включен. Сейчас включаю один светильник на 100% и второй. Вот, вот это 100% яркость. Плюс фитолампа. Так, из новостей. Снова мальки. Вот самка. Буквально вчера отсадил, сегодня уже ее забрал из банки, банку поместил сюда, и мальки пойдут на аквариумы, где на стеллажах они стоят. Ну, сегодня первый день, пока подразним немножко скалярий. Вот. Сколько их тут штук, не знаю. Вот. Можно поставить на паузу, посчитать. Штучки 3 я уже отсюда убрал, мертвые. Так. По перестановке. Значит, у меня вот в правом углу здесь было буцефаландра Super Blue Type Round. Сейчас я ее переместил. Так, скалярия, а ну иди сюда. Вот она. Вот в центре кадра. Сфокусируя на ней. Вот тут. Плюс я ее... Скалярия не дают просто. Плюс я ее разделил на три отдельных куста. И вот за пару дней, буквально, вот листики у них пошли новые. И как бы начало нормально себя показывать. Ну хорошо, значит растет, значит травму перенесла, потому что почикал я ее. Ну остальные буцки я так немножко переставлял, но в принципе все на своих местах. Вот. Монте-Карло. Сами видите, растет. Скалярии выдирают куски. Эти куски плавают по аквариуму. Я их убираю. Но все-таки растет. Вот. Из перестановок. Значит, что я сделал? Я убрал в абикусу. И в абикусе был эхинодорус горизонтальный. Я убрал его из абикуса и поместил вот в такой контейнер. Что в контейнере? На дне там земля, торф и кокосовый субстрат в пропорциях, я не знаю, все на глаз было. Вот, сверху засыпано все это песком. Вот этому всему неделя. За неделю, скажу так, вот видите, вот этот лист. Его не было. За неделю он просто выстрелил. Вот. Ну, посмотрим, как это все будет развиваться дальше. Значит... В юна я увидел, обнаружил.
Вот. Кто наблюдает за моим каналом в сообществе, я публиковал. И, кстати, вот когда я поставил сюда контейнер и поразместил вот эти вот кусочки лавы, чтобы закрыть контейнер хоть как-то, Вьюнг почему-то тут появился, и начал вот он между этими кусочками вот тут плавать. Не знаю, что ему нравится, может быть, скорее всего, может, остатки корма, потому что вот кормушка. Ну, в общем, я его видел даже вчера. Обычно раз в месяц. Но сейчас его не видно. Вот из того, что из изменений, которые тут произошли. По вабекусе хочу сказать. Вабекусу я разрезал. Вот, и что я обнаружил? Сам земляной ком в вабекусе с эхинодорусом горизонтальным, он был практически сухой. Знаете, такая влажная земля спрессована. Вот. Возможно, я перетянул вабекусу. Возможно, так и должно быть. Но на что я обратил внимание? Я неоднократно доставал этот куст и обрезал корни. Корни, вот, которые он выпускал в грунт, чтобы тут не разрасталось все по всему аквариуму. Вот. И вот после обрезки корней у него рост останавливался. И возобновлялся где-то там через неделю, может, плюс-минус больше. И за это время новые корни выходили за пределы вабекусы. Из этого я понял, что все-таки вабекуса, как бы, не знаю, может, дает какой-то старт, а может и нет, но просто играет роль горшка для мобильности. В общем, посмотрю, как здесь грунт не прессованный и должен эхинодорус расти отлично. Ну, вот. Кстати, по вабекусам, смотрите, какая штука. Это, по-моему, это копи-сусу. Я не помню уже. Заглядывал недавно, номерки смотрел. На ней номерка даже нет. Вот видите, белый лист. И либо это пропадает, либо это какая-то отклонение какое-то, вот такие белые листки внизу. Интересно. Вот. Сегодня будет замена воды в аквариуме. Как обычно, поменяю 60 литров, 60-50. Вот. Добавлю удобрения и так далее. Из изменений после того, как я сделал вот этот горшок для эхинодоруса. Смотрите, что это? Это бактериальная пленка. Появилась буквально, ну, вчера, позавчера. Вчера, да, появилась. Позавчера, точно. Скорее всего, что, может быть, земля дает. Может быть, я не знаю. Ну, после того, как я сделал вот это, через там несколько дней появилось вот это. После подмены воды посмотрим, как это будет. Может быть, даже и сейчас померяю параметры воды. У меня еще тесты остались. Вот так скалярии друг друга гоняют. Склоняюсь, что тут, ну, может быть, две пары. Не знаю. Они всегда вот одни в правом углу, другие в левом углу, и друг друга там постоянно пытаются гонять. Вот такие новости по 200-литровому аквариуму. Особых изменений нет. Вот. Какие изменения были, я вам показал. Вот. Кому, если интересно, у меня вот было прошлое видео, я публиковал, как моя собака кокос храпит. Кому интересно о кокосе, я могу там сделать видосик, там, как он какие-то команды выполняет. Ну, вот. Если интересно, пишите. Кому не интересно, там был один подписчик, был, ну, вот, которому не понравилось. Ну, я ему помог в этом, удалил, как бы. И все, чтобы он, как бы, не смотрел эти видео, если ему не нравится. Не нравится, ну, отписываться, можете отписываться и, как бы, не обязательно об этом заявлять. Просто если человек подписывается на канал, он же не пишет там: «О, я подписался», там,
Хотя нет, наверное, пишут. Ладно, дело не в этом, ребята. В общем, кому интересно будет видео о кокосе, напишите. Я попробую сделать. Ну, коротенькое что-то. Если не интересно, пишите, что не интересно, не буду публиковать. Ну, как-то так. В общем, все по 200-ке. Будут вопросы, пишите. Пожелания также пишите. Будут у меня какие-то новости, новинки. Буду делать видео. На сегодня все. Всем пока. Всем здоровья. И хорошего настроения. Всем пока.